традиционно мы начнем с концерта. Концерт мы старались, подготовили. Вот. Вот первые классы должны были играть у нас хоровые в конце декабря. Но так получилось, за определение заболел, их тоже перенесли на январь. И пианисты тоже будут играть в январе. Значит, они вот в одинаковых условиях теперь, детки, первые классы будут поступать. А остальные детки, в общем, все зачеты у меня все сдали, все молодцы. Выпускники, вот на этой неделе, в четверг они сдавали, тоже, в общем, молодцы. Сдали первое свое прослушивание. Ну, боль там осталось чуть-чуть достать. Вот. А так все, в общем-то, нормально. Сегодня мы необычно открываем концерт. Прям вот приятный момент такой. Да, Егор подошел и говорит, а мы можем с папой вот сыграть и спеть. А почему бы и нет? Значит, открываем концерт сегодня вот такой песней. Хоккеисты, исполняющий стиль Егор, Геннадий Викторович с папой.